В Тюменском технопарке «Кванториум» сегодня открылся первый региональный этап чемпионата «Junior Skills». Это соревнование для юных профессионалов, которые уже способны решать прорывные задачи инновационного развития России. На месте работает наш корреспондент Ирина Шипилова. Ирина, здравствуй. Как проходит чемпионат и какие награды ждут победители? Анна, приветствую. Сейчас здесь проводятся соревнования в 6 дисциплинах, среди которых одни только названия меня, если честно сказать, сильно впечатляют. Это нейротехнологии, нейропилотирование, интернет вещей, инженерный дизайн CAD, прототипирование и агрономия. А при этом возраст участников от 10 лет. Надо сказать, что сам чемпионат Junior Skills появился в нашей стране в 2014 году, сразу на правительственном уровне. И все это время он проводился в рамках взрослого чемпионата World Skills. И вот только в этом году впервые он получил самостоятельность. Здесь сегодня соревнуются 112 ребят со всей Тюменской области. Самая дальняя делегация приехала к нам из Сладковского района. А вот за что борются ребята, мы спросили у куратора направления в Тюменской области Сергея Юрлова. Давайте послушаем его ответ. Все победители, призеры награждаются дипломами и медалями. Победители имеют право при получении квоты участвовать в всероссийском чемпионате Junior Skills. Это будет известно позднее, какие мы квоты получим. В прошлом году у нас была одна квота — мобильная робототехника. Ну, наши ребята заняли второе место. Добавлю, что всероссийские соревнования Junior Skills пройдут уже совсем скоро, в начале марта в Москве. А региональный чемпионат, который стартовал сегодня, пройдет 3 дня и завершится уже в эту среду в 17 часов торжественной церемонии награждения победителей. Анна. Ну что ж, спасибо. На связи со студией была моя коллега Ирина Шипилова. В Тюменском технопарке стартовал чемпионат Junior Skills.